16 дней осталось до показа в Твери уникального спектакля «Легенда о Ромео и Джульетте». Абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой пьесы Уильяма Шекспира, представленная языком танца. Площадкой, на которой будет воплощено масштабное зрелище, станет ККЗ «Панорама» на Смоленском, 29. История любви Ромео и Джульетты рассказана на языке фламенко. Театр национального испанского танца «Фламенко Лив» уже представил постановку по Шекспиру в разных городах России. Тверь также оказалась в гастрольном графике команды, представляющей неординарное шоу. Стиль фламенко распространен не только на родине. Миллионы людей по всему миру увлеклись им и проводят танцевальные фестивали. В 2010 году ЮНЕСКО присудила фламенко статус объекта всемирного наследия. Балет «Легенда о Ромео и Джульетте» с нетерпением ждут и тверские танцоры. Они уверены, что у таких мастеров есть чему поучиться. Театр национального танца Испании или фламенко Лив – это настоящие профессионалы, качественная фламенко, что называется пура фламенко, чистая фламенко. Сотрудничали с национальным балетом Испании, известными хореографами, да, с тем же Хавьером Латорре. Участники коллектива «Фламенко Лив» – финалисты и победители соревнований. К примеру, Наталья Прибитко взяла первое место на международном фестивале «Вива Испания». О спектакле «Легенда о Ромео и Джульетте» можно сказать так – 90 минут красоты и страсти. Насладиться произведением в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29, помогут комфортная обстановка, профессиональный звук и свет. Кроме того, это один из самых больших залов в области. Получить больше информации и заказать билеты возможно по телефону 300-033. Расписание концертов и представлений смотрите на сайте panorama-tver.ru.